Да? Вот. Первый вопрос. На днях был убит Николай Леонов на Украине. Общались ли вы с ним? Это первый вопрос. Три ролика я сейчас припомнил, с ним беседа. И беседа, его как будто кто подталкивал. Защита войны, защита убивать, защита служить. Я говорил: Николай, не надо этого делать. Ему все места писания привел когда. Что говорят святые отцы, каноны? Он говорит: я ответить не могу, папа, посоветоваться. И больше не вышел. И я подумал, не попал ли он в какую молотилку. Он закончил семинарию, московский патриархат, но заканчивал на Украине. А потом отправили в Румынию, и там на повышение что-то, диссертацию, что ли, готовил. И сейчас сообщают, его убили. Все. А вот еще вопрос. Можно? Но убили за что? И как? Сегодня мне ночью скинули смс, модератор наш, что будто бы ехала машина, в которой раненых они везли, и отстреляли с вертолета, и снайперы, там что-то такое. Если это так, ну я это не знал. Два дня назад мне дорога скинули информацию. Я сразу: братьям своим, братья, давайте помолимся за него. Да упокоит Господь его душу. Видно было, что неравнодушный, хороший, приятный парень. Ну, семинарист. Мне просто он нравился. Но то, что он воевать надо там убивать, мне не то, что не нравилось, а это безумие просто. И он именно как пример сегодня выдали. Вот ты хотел, вот ты получил. Вот еще вопрос задали, Игнатий Тихонович. Спрашивают, вот видно, что вот на первой беседе он без бороды, а потом в последующем он видно, что когда вы общаетесь по скайпу, да, в том бороду отпустил. Да, вообще, что вы думаете о нем, в общем? Ну, вот, допустим, сейчас обратился один Евгений Давыдкин. Он был диаконом какая-то новая апостольская церковь. Что она там? Ну, не церковь, говорю, это секта. И он все принял. У меня еще какой-то год был такой. Руководство разных сект приходит в православие. На нас натолкнуться, и книги все мои выписывают, заплатят, и дальше идет разговор. И все с бородами. Сразу начинают. Я ему все места писания привел. И... То есть вы повлияли на то, чтобы он понял, что... Нет, это Господь. Да? Я привел его к местам писания. И там были над словами, когда нас смеялись, пол бороды отрезали, он их не пустил зимой в Иерусалим. Пока не отрастут города. Не просто не отрастут, а идите в проклятом Иерихоне сидите, город проклятия. А мы идем в небесный Иерусалим. Что тебе еще доказывать-то? Я показал, вот, пожалуйста, возьмите нашу адмирал Макаров. Какая у него борода? Ну, просто у меня.